И к другим темам. Проблема содержания лесов, входящих в городскую черту, в ближайшее время будет решаться на новой законодательной базе. Об этом депутат Госдумы Леонид Симоновский рассказал во время приема граждан в Самаре. Речь о новом законопроекте зашла после того, как к депутату обратилась жительница областного центра с просьбой разобраться в незаконном, по ее мнению, захвате лесного участка. Парламентарий напомнил, что внести ясность в проблему содержания городских лесных зон особенно важно в Тольятти. Этот вопрос он уже обсуждал с главой автограда. В Думе мы пытаемся этот вопрос как-то решить, готовим закон в первом чтении, мы там частично его приняли, поэтому я думаю, что нам в течение ближайшего времени все-таки этот вопрос как-то решится с точки зрения лесов, которые находятся на территории города. Поэтому разные вопросы, разные решения, поэтому будем делать все для того, чтобы все-таки самарцы, которые приходят к нам, были, их запросы были удовлетворены.